Кремлевском дворце съездов торжественное открытие дней чехословацкой культуры в Советском Союзе. Со словами приветствия гостям обратилась министр культуры СССР Фурцева. На открытии присутствовали советские партийные и государственные деятели. Глава правительственной делегации Чехословакии, заместитель председателя правительства ЧССР Милослав Грушкович, поблагодарил за радушие и гостеприимство. На сцене словацкий ансамбль «Лучница». Thank you.